Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, надеюсь, уже в привычном и постоянном режиме, соответственно, разбираетесь во всем лучше, чем мы. Как обычно, с 8 до 10 в студии своего радио появляются музыканты, с которыми мы беседуем, и, само собой, они играют свои произведения, знакомя вас с ними, либо радуя, если вы являетесь ими, их поклонниками. У нас есть традиция добрая. Кстати, сразу прошу прощения за свой сегодняшний голос. Как-то как со связками все никак не разберусь. Сиплю, хриплю, но уж не обессудьте. Традиция такова. Сначала ребята играют что-то из своего творчества, а затем я уж представляю коллектив и, естественно, называю каждого из них поименно. Так заведено. Поэтому, как и водится, живой звук в программе «Живые». Поехали. Да, самый живой звук. Чего с вами не так? Нет, просто минуту назад только зашли. А до этого полтора часа что делали? Давай, погнали. Потом расскажу. Погнали уже. Лекарством нужен будет шоколад для моей.
Ну вот, собственно, и состоялось знакомство, пока короткое, если вы не знали этого коллектива ранее. Orange House, ну, собственно, оранжевый дом в оранжевом доме сегодня. Очень любопытное такое, скажем так, совпадение. Orange House, так называется коллектив, который мы с радостью представляем вашему вниманию, либо радуем аудиторию, знающую эту группу, а я убежден, что ее знают многие, кто слушает станцию в постоянном режиме, потому что стали сразу кричать «Ух ты, ух ты!», сразу хитяра своего радио. «Шкала для Мэри» звучит эта песня, естественно, одна из тех, кто, собственно говоря, какие звучат в эфире от группы Orange House. Кирилл Маев, вокал, акустическая гитара, электрогитара, это все твое. Добрый вечер, да. Добрый. Далее я попрошу музыкантов, ну, хотя бы разочек за эфир подойти к микрофону, чтобы поздороваться. Электрогитара Дмитрий Кострюков. Здравствуйте. Бас-гитара Иван Разумовский. Добрый вечер. Ну и свой собственный микрофон, как всегда, у барабанщика коллектива, любого коллектива. Алексей Денисов здесь у нас. Всем привет. Вот, собственно, это и есть команда под названием Orange House. Думается мне, что если те, кто слушает сегодня эфир, не слышали раньше эту группу, у вас сегодня большой праздник. Я всегда люблю говорить, что люди дорогие, как же много вы еще можете получить в своей жизни. Какие вы счастливые люди, если вы получаете информацию. Причем информацию хорошую, качественную. Давай начнем вот с чего. Группа существует с 2010 года, я так понимаю. Может быть, это правда. Группа как называется? Может быть, Orange House? Может быть, да. Да, группа называется Orange House. А это была песня, может быть, «Шоколад для Мэри». «Шоколад для одной маленькой девочки». Как я понимаю. Но с 10-го, судя по той информации, которая есть у меня, группа с 10-го года существует. Не ошибочно? Да, ну, играем, можно сказать, так. Да. Но вот этим составом нет. Сколько этому составу тогда, давай? Год. Да ладно? Да, это правда. Да ладно? Да. Чего так совсем-то год-то? Ну, сначала мы с Ваней играли. А потом остальные подошли. Ага, вот так. Вот так. Но мы с вами знакомы несколько раньше. Да, и, соответственно, тогда был состав, да. Тогда был состав несколько иной, но музыка все та же. Ну, хорошая, в смысле. Музыка меняется. Не подловить тебя, я смотрю. Окей, ну, давай рассказывать вот с чего начнем. Сколько альбомов у коллектива на сегодняшний день? 23. 23? Но они не изданы все. А это понятно. А изданных? Ноль, наверное, ноль. Есть неофициальные альбомы, они как бы ни на каком лейбле не представлены, просто мы их сами выкладывали в сеть. Ну, а такого цельного альбома нету? Ну, таких три. Три? Ну, пусть будет три. Ну, хорошо, ты думаешь, что это один острый на язык? Сейчас я тебя буду стебать тогда, раз ты так хочешь. Давай постебемся, да? Ломайте. Давай, давай, ломай меня совсем. Да нет, мне, просто... Конечно, просто мне, конечно, сложно сегодня голосом как-то так особо. Вот мне тоже просто, мне тоже сегодня. Ты так же хрипишь, как и я, что ли? В том-то и дело, да. Издеваешься? Нет, это абсолютно правда. Мы до этого занимались 6 часов какими-то странными делами. Какими? Я не буду рассказывать. Понятно, ты зачем начал? Итак, группа, у которой 23 альбома, но издано всего 3. И эти 3 альбома являются на данный момент, ну, скажем так, возможным для того, чтобы их можно было услышать. Услышать их, понятное дело, можно в сети, я так понимаю, правильно? Да, можно и в сети, можно на концертах. Еще концерты даете, что ли? Ну, приходится, мы сами так. Надо же удивительное дело. Редкий случай, когда группа, приходящая сюда в программу «Живые», вообще концерты дают какие-то. Не, на самом деле, да, у нас 3 альбома, их можно себе скачать. Хорошо, ну, давай, ладно. Значит так, друзья мои, связываться с нами очень просто. 4647, это короткий номер для ваших смс. 4647, сначала свои, пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. В общем, делитесь всем, что есть. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио. Там давно уже выложен анонс. Ну и в анонсе название коллектива выделено синим. Это значит активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь в сообществе. А там уже узнаете всю информацию и об альбомах, и о концертах. Ну и обо всем, что, в общем-то, они считают нужным выкладывать. Видеть можно, если вы хотите смотреть на все, что здесь сегодня происходит. Зайдите на сайт своего радио, своеradio.fm. Там сверху есть плеер. В плеере слева видео, пардон, онлайн-аудио, чтобы слушать. А справа, соответственно, онлайн-видео. Это чтобы смотреть можно было. Вокалист при беглом взгляде мне почему-то Аршавина напомнил, пишет Рома Усольцев. Рома, не знаю, чем он вам напомнил Аршавина. Я не играю. А, да и Аршавин тоже. Значит, далее можно также отписываться в чате. Чат там же, на планете, где картинка. И чат есть на сайте своего радио. Там тоже можно что-либо писать. В общем, отсюда и отсюда и отсюда. В общем, отовсюду мы пытаемся выискивать какие-то интересные сообщения. Эти сообщения, естественно, публикуются в эфире. Так, ага, ух ты.
так это они. Думал, что не знаю эту группу, а оказалось, знаю хорошо по ротации в эфире. Максим Зверев пишет. Ну, так бывает. Люди знают песни, но не очень эти песни идентифицируют с коллективом. Вот сегодня случится чудо, и песни, которые наверняка вы будете петь чуть, и песни, которые в ротации, люди тоже будут тихонечко там аж изевать. А оказывается, это они. Вот так вот. Вот так, за 23 альбома-то. Спасибо, вот так, ребята. Вот сейчас вам сегодня все вам отыграется. Давайте, наверное, дальше споем. Было бы хорошо. Да, да, но прежде чем мы споем, все-таки я что-то про альбомы вскользь сказал. Дело в том, что вот мы этим составом играем год, и просто наконец-то сложился состав. То есть мы все эти годы, 5 лет, вот если так посудить, искали музыкантов. И вот всех их сейчас нашли. Да, Леш? Вот. И... Если Леша скажет нет, что тогда? Это мы уже не поможем. Вот. И записываем, собственно, вот этим составом альбом. Четвертый. Ну, можно сказать, он первый полноценный, поскольку все мы над ним работаем и все мы его делаем. Вот так. Ну, подожди, давай тогда уже без иронии. Эти три альбома, которые были перед этим, это что, это были EP-шки, что ли? Ну... Грубо говоря, домашние демо-записи, я бы их так назвал. То есть все, что крутится в ротации, это не более чем домашние демо-записи? Ну, по сути, так и является. То есть мы их так и записали. Ну, и мы честно признаемся. Ну, звучит это очень прилично. Мне интересно, у кого это такая домашняя демо-студия, в которой это можно так вот записать, чтобы в ротации вполне себе. Мой прайс-лист можно узнать в контенте. Хорошо. Давай тогда без прайс-листа сейчас поиграем. Да, и следующий. Для нас ты сделаешь исключение небольшое. Нет, я готов на все. Что значит нет? Давай. Я говорю, я готов на все. И вот следующая песня, она как раз со следующего альбома, она и называется «Не курит». Как называется? «Не курит». Это ты сейчас меня спрашиваешь? Нет, это, мне кажется, название этой песни. Тебе кажется. Сегодня, я думаю, у нас сегодня эфир ощущений. Мы будем все время думать о том, что делаем одно, а в итоге оказывается, что делаем совершенно другое. Это вот очень... Это новая песня, премьера. Да. Окей. Orange House здесь сегодня. Я всегда живой звук, программа «Живые». Погнали. Живем меньше, чем надо. Дешевая правда бессмысленных дней. Планы на шее повесились камнем, а он мечтал стать Робертом Плантом. Теперь он смотрит блок новостей и ест сою. Он больше не курит, не пьет, не смеется. Он любит детей и жену, и живет на бетонном полу, как все спокойные робкие в соломенных семьях из-под спичек в коробке класса. Давай закурим здесь. Ботинки рвутся, холод в квартире, снимки порно, дни в негативе. Проявим и снова проснемся, улыбаясь на полу. Вечер, радость длинных стен из автомобилей, а он мечтал стать как Терри Гиллиам. Но надо все прогладить к утру и принять витамины. Он больше не курит, не пьет, не смеется. Он любит детей и жену, и живет на бетонном полу, как все спокойные робкие в соломенных семьях из-под спичек в коробке класса. Давай закурим здесь. Вряд ли мы будем жить вечно. Вряд ли
Мы проживем меньше, чем надо, и время обратно уже не купить. Крутит, кидает планету будем счастливее всех их, как люди, не способные выжить, но способные жить. Он ест, он больше не курит, не пьет, не смеется, любит детей и жену, и живет на бетонном полу, как все спокойные робки в соломенных семьях, спать спичек в коробке. Классно! Давай закурим здесь! Очень хорошее сообщение пришло. Когда-нибудь на моей полке будет таки лежать коробочка с CD Orange House. Когда-нибудь. Это когда Кирилл перестанет забывать их привозить на концерты. Это пишет, не моя вина, ребята. Пишет Вика Би, конечно, не твоя вина. Нет. Естественно, это Вика Белова виновата в том, что забываешь привезти. Нет, нет, Вика Белова, привет, ты не виноват. Давай двинемся дальше. Это новый альбом, который вы пишете. Это что за альбом получается тогда? Концептуально. Чем он отличается от предыдущих? Я бы сказал... О, Дима хочет сказать. Давай, Дима, давай, конечно. Подними микрофон. Вот, не стесняйся. Прекрасно. Но прежде всего... Альбом отличается тем, что мы его делаем все вместе. Ну, то есть, до этого основной вклад был Кирилл. Ну, то есть он занимался и вокалом, и барабанами, и текстами, и музыкой, ну, практически всем. Вот. А этот альбом мы все в него примерно в равной степени вкладываемся. Подожди секундочку. При наличии живых музыкантов он занимался всем сам. Ну, приблизительно так, я думаю, нет, сам. Нет, нет, не было наличия живых музыкантов. В том-то и дело. У нас были. Я под камерой. У нас были сессионные музыканты, я бы так сказал. Но они живые. Ну, насколько они были живы, можно об этом только сейчас догадываться. Ну, то есть можно сказать, давай так, можно сказать, что только год назад, по сути дела, родилась, наконец, группа Orange House. Да. Мы можем говорить, что это случилось год назад? Можем. Получается, сегодня здесь в студии молодая начинающая команда под названием Orange House, которая записала уже 23 альбома, ну, сны, мечты и фантазии. Это, в общем, никто никогда не отменял. Ну и понятное дело, что сейчас будет уже написан, судя по всему, первый альбом коллектива, да. Потому что это тот состав, в котором это будет вживую уже наконец записано, правильно? Совершенно скверно. Фух, разобрались наконец. 20 минут прошло с начала эфира, мы только наконец поняли, что за группа здесь сегодня. 46-47, кстати сказать, Кирилл, расскажи, пожалуйста, в каком районе ты вырос, наше Лоли, это отражение в твоих песнях. Задается вопрос, человек не подписался. Мне кажется, намекают, что ты из Бутова. Нет, я подмосковный город. Из подмосковного города. Какого? Дедовск. Ну, отражение это нашло какое-то? Нет, конечно, это вообще... Нет? Ну, просто как, можно сказать, пригород. Чего? Москвы. Нифига себе пригород, а Красногорск тогда что? Ну, это уже такой город. А, это уже Москва. Нет, ну, это такой покрупнее город все-таки. Понятно. Ну, соседи мы с тобой, значит, получается, потому что мы тоже из пригородов, мы из Красногорска. Сюда у нас басист из Красногорска. Ну, удивительное сочетание, да. А ездишь в дедовск на репетиции, я так понимаю. Если бы все ездили в дедовск на репетицию, ну, мало я бы сказал... Это было бы для него слишком хорошо. Это бы повлияло тогда на наше творчество. А так, наоборот, я к ним езжу, поэтому скорее наоборот. То есть ты катаешься в Москву на репетиции? Совершенно. Ты фронтман, лидер, автор слов, текстов, музыки. Ездишь к ним, к каким-то музыкантам, на репетиции. Понимаю. Но у них в глазах гордость сейчас, потому что так происходит. Удивительно это, конечно. Всем привет. Исполняете ли вы свой кавер на песню «Люмин»? Нет. На концертах и будут ли новые каверы? Спрашивает Рома Воскресенск. Турчик под Москвой. Нет. Исполняем иногда. Ну? Кавер на «Нет», и иногда мы исполняем. О, так это «Нет» — это в смысле «да». Исполняем кавер на «Люминский нет». Да-да-да, у нас такой абсурд. Я понимаю, я уже заметил. Сегодня вообще абсурдный эфир. Михаил Котов пишет. Добрый вечер. Раньше группу «Orange House» я не слышал, о чем жалею, ведь группа вызывает исключительно положительные эмоции. Михаилу Котову хочу порекомендовать слушать эфир своего радио, и вы обязательно услышите в ротации. Как минимум 6 песен точно есть. Это совершенно однозначно. Так, какой же все-таки кайф, пишет Даша Шаблинка. Что вы имеете в виду, Даша, в данном случае? Кайф. Да, кайф. Очень интересно. Что именно кайф? Тоже мне хотелось бы понять. Ну, играют, ну, поют. А кайф-то в чем? Так.
Глянь, никто не напрягся даже. Хорошо, молодцы. В руках. Да. Тут вот народ... Народ, а чем вы все описываете свою жизнь личную? Вы как-то, может, к музыкантам как-то обратитесь. Пытаюсь найти что-либо любопытное. Дух-то перехватила «Шоколад для Мэри» первым, Вика Белова. Вот что касается группы. А тут между собой. Ну, понятно, ладно. В общем, можно ВКонтакте не заглядывать. Там абсолютная чушь. Люди между собой общаются, болтают. Совершенно верно. Ну, понятно. Сегодня какой-то день абсурдов, действительно. Ни одного путного сообщения на предмет эфира нет. То ли вы так плохо играете, то ли людям пока делать нечего. Надо, наверное, разобраться, на самом деле. Играете ли вы хорошо или плохо. Спеть следующую песню. Добить уже, наконец, чтобы народ понял. Может ли он что-либо сказать в адрес вас, ваш адрес и в адрес вашей музыки. Анонсы концертов попозже. Анонсы концертов за деньги у нас. Как будет называться следующая песня? «Увидеть море». Давай. Как всегда, живой звук в программе «Живой». Orange House здесь сегодня. Увидеть море и дышать с тобой,
Виолетта Французова вам тут комплимент пишет. Слушаю группу уже года полтора. Очень-очень нравится, так как песни поистине искренние и наполнены атмосферным настроением, которое отпечатывается и на моем настроении тоже. Виолетта, не можете вы полтора года их слышать, им всего год. Эта группа молодая, год всего как существует, поэтому полтора года назад вы слушали другую группу. Но с похожим названием. Так как-то вот я уже усвоил эту историю. 46-47, коротенький номер для смс ваших. Сначала свои, пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Давай про концерты уж, ладно. Че, когда у вас? Завтра. Да, ладно? Да, как прямо завтра. Совпадение какое. Но он даже бесплатный, так что приходите все. Всем. Завтра 28-го, 29-го июля клуб. Фак-кафе. Угу. А клуб? Не клуб, а фак-кафе. Да. Клуб. Ну, все-таки. Ну да, ну да, я понимаю. А? Так. Это они только косят. А чем бесплатный? Зачем? Зачем платить? Когда можно бесплатно. На самом деле, вы знаете, у нас был такой эксперимент год назад. Мы делали бесплатный концерт летом примерно в это же время в Артефак. Почти фак-кафе. Ну да, как-то вот, вас понесло. И, да, и вы знаете, нам просто понравилось, что из этого получается. Uh-huh. Вот, и мы решили попробовать еще раз. Ну, почему бы нет? Да, даже я скажу больше, что... Удвоить. Да-да-да, на следующий день, 30 июля, будет еще один концерт, он будет акустический. И тоже бесплатный? Угу. То есть завтра и послезавтра, что? Да, верно. Ага, и оба бесплатные. Да, верно. Интересно. А как вы тогда, пардон, на альбомчик-то денежку скребете? Где? Строительство домов, помещений. Понятно. Но об этом мы тоже можем поговорить отдельно. Вот Алексей Сидоров тут два вопроса задает. Один к ведущему, пишет он, другой к группе. Я сейчас отвечу человеку так, как он, собственно, в мой адрес пишет. Я отвечу нашему слушателю. То, что его зовут Алексей, я, в общем, могу не усвоить. Оно мне нафиг не надо, правильно? Ну, раз он к ведущему обращается. Значит, с каких пор анонсы концертов у вас за деньги? Я что-то пропустил или попутал радио? Нет, уважаемый слушатель, с аватарой, с лошадью. Там лошадь, по-моему? Не, конек какой-то. Конь. Это конь. Не, мультипликатор. Ну, я не помню. По-моему, лошадка какая-то милая такая. Чувство юмора, Алеша, где ваша... уважаемый. Второй вопрос, это уже к группе. Почему название группы выполнено латиницей, если они играют в основном, как я понимаю, Значит, в основном, как я понимаю, русскую музыку. Ведь, как мне кажется, это больше отпугивает русскую, с большой буквы, русскую аудиторию, чем приносит какую-либо пользу. Зря я начал это читать, очень хочется ругаться по поводу лошадей. Хотя я люблю это животное, на самом деле, но как-то здесь, по-моему, сейчас вот полная дискредитация этого замечательного животного. Да. Мне кажется, что если это отпугивает аудиторию русскую с большой буквы, то, возможно, это привлекает русскую аудиторию с маленьких букв, что тоже неплохо. Хороший ответ, молодец, дипломатичен, в отличие от меня. А почему должно быть название обязательно выполнено, извините, кириллицей? Это тоже хочу понять. Отходит к истории создания названия этой группы. Давай, расскажи историю. С тех пор, как... при попытке самоубийства меня посадили в сумасшедший дом. Я и познакомился там с Иваном. Там мы стали играть с ним на ложках и батарее. И так сколотился наш первый костяк. А когда нас выпустили, мы просто подождали этих ребят. И, собственно говоря, вот на самом деле так все и сложилось. Как все легко объясняется. А я сижу и думаю, что ж такое странное-то ты. Все понятно теперь. Теперь, в общем, и у меня все вопросы отпали. Оказывается, группа зародилась. А какая психушка была, номер, не помнишь? Orange House. Это нет, это я название-то я понял уже. Седьмая? Мне нравится цифра 23. Давайте будет 23. 23-я психушка города, я так понимаю, Дедовска. Много у вас там? Если она 23-я по счету. Весь город в них. Именно поэтому мы там и не репетируем. 46-47. Короткий номер для смс-ок ваших. Свои. Пробел потом, все, что хотели бы сказать. Сергей Белов пишет. Музыка хоть немножко банальна, но своя. Тексты хороши, исполнение на приличном уровне. Молодцы. Вопрос, какое оборудование у электрогитаристов? Какие наборы? Я так понимаю, что сначала перфоратор. Ну, конечно. Ну, чтобы зарабатывать деньги. То это же гитарист должен уметь его владеть. Потом, скорее всего, мастерочек. Не, мастерочки у него еще нет. Я ему обещал на день рождения подарить. Не, у меня другая тема. У меня там химическая лаборатория, склянки. А, то есть ты там зарабатываешь? Да. Это и он так говорит. Нет, реально, где работаешь? Правда, в лаборатории. И на этом что-то деньги зарабатываешь какие-то? Да. На этом можно жить? Да. Ну, я же вижу, что чей музыкой иногда кушаешь ты плохо, понятно? Место не самое денежное, судя по всему, ты себе выбрал. Ты кто по образованию? Вообще, по образованию химик-синтетик.
А, то есть ты занимаешься химической синтетикой. Извини, я уж так... Да-да-да. Ну, вы понимаете, о чем речь. Не совсем. Да? Не совсем. Кто-то занимается химией с другим уклоном, но они сидят. Но это те, о ком вы знаете. Да, конечно. Он лично знаком со многими. Да, Дима просто уже вышел. Серьезно, чем ты занимаешься? Серьезно, на самом деле, я работаю в НИИ, и мы там занимаемся исследованием новых антибиотиков. Ну, то есть мы их готовим, дальше отправляем там за рубеж, и они проверяют. Там, да. Я понимаю, да. Вот так всегда. Да. У нас все это придумывается, а потом выпускается назад. Как обычно происходит. То есть это реально все так? Да. То есть вы изобретаете, вы эти антибиотики разрабатываете, а потом отправляете их туда, и нам оттуда их продают втридорога, потому что на них стоят бренды чужие. На самом деле нет, там немного другой разговор. Скорее, знаете, такое дело на 20 лет вперед, потому что там же постоянно эти негодяи адаптируются к тому, что происходит. Вот, и надо уже на 20 лет вперед делать то, что будет против них. Не-не-не, это я подожди секундочку, подожди. Да, там целый космологический сюжет. Тема интересная, на самом деле. Димон, у тебя что, такие истории? Подожди, я сейчас до тебя доберусь, Кирилл, подожди, дорогой. То есть я так хочу, все-таки еще раз для себя хочу понять. Вы это изобретаете, разрабатываете и отправляете западным фармацевтам. Ну, не совсем так. Мы отправляем биологам, они исследуют. А у нас же остается патент. Вопрос, как бы, где выпускать, это уже за нами. Ну, хотя бы в России-то это может выпускаться? Ну, это может выпускаться, достаточно просто договориться и найти хороший завод. К счастью, у нас в последнее время что-то открывается, наконец. То есть, вот, наконец что-то стало происходить? Да. Просто до сих пор, я знаю точно, очень много российских разработок уходило на Запад, и оттуда приходило к нам уже в упаковках. Очень дорого. Да. И называлось это какими-нибудь брендами, стояло под брендами западными. Вот ты тот человек, который помогает нам избавляться от дерьма. Ну, я имею в виду болезни всяких разных. Антибиотики, они вылечивают многих вещей. Ну, да, там на самом деле огромное количество людей работает. Это сложнее, чем кажется. И там я даже не представлял себе, как это. Я просто вижу теперь, хотя бы... Это первый случай, когда здесь фармацевт в этой студии как музыкант. Правда, что первый. Кирилл, ну давай теперь ты скажи. Придется тебя опять после эфира избить. Давай, чем ты зарабатываешь на жизнь? Да то там, то там, там, там. Спасибо большое. Иван. Кирилл, коротко, то там, то там. Мне нравится его ответ, я с ним тоже так же и зарабатываю. Мы вместе, то там, то там. Разнорабочими работаете, я так понимаю. То мешки погрузили, то строечку устроили какую-нибудь. Да, то экзистенциальный кризис. Ремонт квартир тоже очень хорошо, денежку дает неплохую. Леш, давай ты скажи. А я зарабатываю музыкой. О, Леша, ну ты даешь. Единственный правильный человек. В различных ансамблях. Называть не буду. Называй. Лёш, только ты... Да ладно, ладно, расскажите, что снять. Лёш, ты смотри. Называй. Не-не-не, их очень много. Понятно. Это правильный выбор. Пацаны забили. Но я бы все-таки... Да не, ну... Мне все-таки хотелось услышать, потому что я точно знаю, что очень интересные коллективы, в которых Лёша играет. Не хочешь сказать? Нет? Ладно, дело твое. Ты ждешь, когда тебе Кирилл даст отмашку, что ли, не понимаю? У него опасно. Ладно, уж скажу. Ну, я вам назову два ансамбля, которые, кстати сказать, вот в этой студии были. Ну, давай. Это ансамбль «Каспий» и «Конец фильма». Ну, а что ты стеснялся-то, я не понимаю. Ну, просто я сказал, что я зарабатываю, там все-таки больше идейная составляющая. А ешь ты на что? А я зарабатываю в других, менее известных коллективах. Понятно, кавера обычно. Конечно, кавера. Это традиционно, и слава богу, что есть такая возможность зарабатывать именно все же на музыке. Давайте петь дальше. Что это будет? Песня о таблетках. О, как символично мы подошли, оказывается. Естественно, после фармацевта, о чем еще? Можно я? Давай. Конечно. Вот, эта песня называется «Таблетки ты и я». На самом деле песня довольно старая, ее там, она давно существует в акустике, вот, но мы наконец-то сделали ее аранжировку. Вот, я за нее очень рад и очень горд, потому что я там много чего в нее вложил. Вот, и ну, как специалист. Это тоже, конечно, как же без этого. Вот, и она попадет в наш будущий альбом. Дай бог здоровья. Вот. Всем, кто болеет. Вот антибиотики мне только всем, не помогут. Всем, кто болеет. Да. Избавиться от этого. Но в любом случае антибиотики — дело полезное. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Рушхаус. Поехали.
обычная жизнь без людей и слов. Ты веришь, что люди могут жить друг друга для и спасет любовь. Ты веришь, спасет любовь. Картонные скидки бетонных стен, квадратные люди в пустых коробках. И лучше быть одному, чем непонятно с кем, и просто жить в твоих легких. Остаться там, где солнце светит, где нас никто не заметит, где небо кислотным взрывом начало дням. Громче, тише, по спинам разбитых крыш опять таблетки две. Глазами в друг друга метро постель. Здесь все обожают, как льется кровь. Ты больше веришь людям? Нет, прошу, верь, верь любому из слов, глупых, банальных слов. По пьяным улицам и до истерики. Зачем весь мир, когда рядом ты? Загадка жизни — получать все эти деньги вместо мечты. Давай спешим туда, где солнце светит, где нас никто не заметит, где небо кислотным взрывом начало дня. Громче, тише, по спинам разбитых крыш опять таблетки ты. Я не хочу быть тобой или кем-то другим, или кем-то другим, кто умеет дышать. Все разучились дышать. Где солнце светит, где нас никто не заметит, где небо кислотным взрывом начало дня. Тише, по спинам разбитых крыш опять таблетки ты. Ну что, хорошо. Я понимаю, почему ты так рад за эту песню. Она красивая. Спасибо. Она атмосферная достаточно. Оранжхаус, напомню, сегодня здесь. Оранжхаус, коллектив, который, надеюсь, будет сегодня обретать новых поклонников, просто потому хотя бы, что кое-кто знакомится с вашим творчеством сегодня впервые. Конечно. На мой взгляд, удивительно, но вот такая вот особенность. Все-таки так бывает. Вот, например, Мира Язва пишет: спасибо своему радио за таких замечательных, творческих, талантливых исполнителей. Оранжхаус — это сочная, как апельсин, музыка, веющая теплом, ярким цветом. А еще я передаю большой привет Диме. Успехов и процветания группе. Спасибо, Мира. Вот как. Но это свои. Да, свои кто-то из близких друзей. Хорошо, они же слушают, они же оценивают. Кстати, за звук нужно сказать сегодня спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссеру. Да, это правда. Живые. Спасибо.
тот звук, который вы слышите сегодня из своих, хотел сказать, динамиков. Ну, динамиков, да, в любом случае тот звук, да. Это его рук дело. Ну и понятное дело, что очень много зависит от музыкантов, от того, как они играют. Есть музыкальное образование у кого-то из вас? Понятно, спасибо. Ну, в общем, что, бывает музыкальное образование? Ты понимаешь, какая штука-то бывает, но оно чаще вредит. А так вот, когда люди без всякого там образования, они вполне себе красиво и хорошо делают свое дело. Вопрос Кириллу. Кирилл, как ты относишься к курению? Куришь ли? Рома спрашивает на смс-портале. Рома, давай потом. Понятно, Рома потом. С Катей из Димитровограда тоже потом, судя по всему. Она спрашивает, никто не приезжал ли к вам на попутках из Димитровограда? Приезжали, конечно. Да, ну, был у нас один такой парень. Вообще с Дима... Да, с Димит... удивительно. С Дмит... Димитровград, да. Димитровград. У нас вообще отдельная история. Там почему-то куча народу, много людей, точнее, которые слушают нас и приезжают к нам на маршрутках, в газелях, обложенных какими-то старыми одеялами. Газели, обложенные одеялами? Да. Ну, газели, в смысле машины. Я себе представил, что как-то. А почему именно Димитровоград? Вот не знаю, как-то они там все сосредоточены. Там, видимо, какая-то аномалия находится, знаете. Они, видимо, каким-то невидимым полем связаны с Дедовском. Очень есть такое, да. Очень вероятно, что есть такая возможность. Потому что человек спрашивает, Катя вот из Димитровограда, она как раз об этом и спрашивает. Когда подобные вопросы задаются, вот так формулируются, я так понимаю, что Катя одна из тех, кто приезжал, обложенная одеялами в микроавтобусе. Конечно, Катя, Рина. Судя по всему, да. Та, теплый звук, молодцы, пишет Виталий Евдоков. Откуда берется вдохновение? Вот вообще мне такие вопросы нравятся. Сейчас, секундочку. Откуда берется вдохновение? На самом деле оно берется отовсюду и в то же время из ниоткуда. То есть, ну, любой человек, который когда-либо сочинял песню, он знает, что это приходит как-то внезапно и непонятно, что он просто садится, играет, и вот песня готова. Угу. Все очень просто и в то же время очень сложно. То есть к тебе тоже точно так же, все из космоса. Как у всех. Вообще, кто-то нашел когда-то одну красивую отмазку, что это не я, это все из космоса, а все остальные подхватили. Да. Нет, конечно. Ну, можно, конечно, попытаться это объяснить с точки зрения рациональной, там, химические процессы, но зачем? Должно же остаться хоть что-то романтическое. Ну да, ну да. Чем бы нет. Больше никакой романтики-то вокруг, безусловно. Особенно те авторы, которые пишут песни на заказ, оно к ним тоже из космоса приходит. Вот ему заказали песню для кинофильма, а он сидит и думает, когда ж космос-то ко мне упадет? А у них там оплаченный канал, знаете. Да, ну, не, ну да, это же сразу слышно, вот эта вот ложь, это фальшь, то, что любая песня в любом качестве, там неважно, как она сыграна, спета, я не знаю, может, сейчас слушатели думают иначе, но мне кажется, что если в жизни есть вот какая-то песня, есть какая-то искра, вот какая-то сама жизнь, даже неважно, это песня или это какое-то другое художественное произведение, произведение искусства, точнее. Угу. Если это в нем есть, то оно есть в любом виде, неважно и качество, и продюсированный это проект или нет, композиция или нет. Угу. А если его нет, то какие там продюсеры бы не сидели, какие бы звукачи не рулили звук, это ничего не поможет. Ну тогда у меня к тебе будет вопрос конкретный. А что нужно для того, чтобы ты мог песню назвать произведением искусства? А чтобы она просто цепляла. Если ты слышишь, а тебя это цепляет, и ты прям думаешь... Так, вау, такой, как у тебя в душе такое что-то, или мурашки по коже, или это бывает какой-то вот, ну, в тебе загорается эта искра. Если она загорается, значит, песня удалась. Угу. Вот бы тебе сходить разочек, ну, хотя бы разочек, в качестве наблюдателя на концерт к Стасу Михайлову. Там столько теток, которых это... сколько теток, которых это цепляет, и которые это любят, и для них это произведение искусства. Как-то я позволил себе, и я могу это позволить себе много раз, назвать эту музыку убожеством, так вот, на другой радио станции, еще на маяке. Так вот, я получил в ответ штук, наверное, 20 смс-ок от разгневанных теток, которые кричали мне, что я вообще хам, жлоб, и я не понимаю всю прелесть и величие этого человека, великого русского поэта. Я его, понимаешь, не ценю. И музыканта, великого русского музыканта. Вот для меня, например, такой ответ, чтобы цепляло. Ну, кого-то цепляет и это. Но мне кажется, здесь все зависит от искусства, что ли, самого уровня человека, его уровня культуры. Может. А, то есть произведение искусства для каждого свое. Вы знаете, я вам хочу что сказать на эту тему, но просто кто-то читает, да, и Дарья Донцова считает, что это классно. Вот, и... Ему больше не надо, вот. А кто-то читает Достоевского, например. Или там, я не знаю, кто-то смотрит в кинотеатре там Спайдермена, а кто-то смотрит Бойцовский клуб дома, да, и фанатеет по нему. Хотя тот же Бойцовский клуб, когда в 90-х вышел, ну, это был просто провал, его все критики просто зарезали насмерть. Вот, только через 10 лет его признали. И так вот, понимаете, во всем это проверяется только временем, на самом деле. Вот лет через 50 будет понятно. Но это тоже спорный момент, потому что пройдет 500 лет, и вспомнит ли Битлз?
Ну, это хороший вопрос, но нам уже не узнать. Сейчас ты зря это сказал. Мы пошли какие-то... Битлз вспомнят. Какие-то вот уже экзистенциальные, главное, чтобы было кому вспоминать. Да, если через 500 лет еще останется человечество, то, в общем, Битлз помнить будут. Да, тут они такими темпами. Нисколько не сомневаюсь, нисколько в этом не сомневаюсь. Да как, куда денется? Вот перед нами фармацевт, который может только одну маленькую формулу. Перепутать и все, и до свидания. Но я тогда ему паспорт не отдам. И до свидания тогда, и нет человечества, о чем ты говоришь. Ясно, в общем, произведение искусства для каждого свое. И, условно говоря, каждый сам определяет для себя, насколько это круто. И насколько это действительно цепляет. Все очень логично, все очень логично. В общем, никакой общей формулы мы подвалить под эту теорию не будем. Надо петь. Что это будет? Следующая песня тоже новая. Называется она «Я держу тебя за руку». За руку. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня в Orange House. Поехали, что ли? Тебя за руку, под снегом там наверху, вместе вернемся из темноты. Держи меня, держи меня, держи. Держи меня, держи меня, держи.
Сегодня не мой день, сегодня не мой год. Но я держу тебя за руку. Это редкий случай, когда я что-то упустил. Какая по счету была? Шестая песня уже? Или пятая? Ну-ка скажи мне. Это пять. Цифра пять. Отлично. А тогда та, которую вы закончите, она по хронометражу какая? В этот час, я имею в виду, закончите. Сколько она длится? Сейчас, который будет? Да. Минуты 4.5. Ну, окей. Значит, тогда коротко, буквально пару сообщений, а дальше вы поете. Мария Фраткина пишет, только что включила, никогда раньше этой группы не слышал. Замечательная группа, музыка такая теплая и уютная, просто чудо. Спасибо, Мария. А вот сообщение, которое меня прошибло просто насквозь. Я читал его и понимал, что я не могу вам этого не зачитать. Какая замечательная группа. Мордашка с сердечками в глазках. Очень рада слышать ее на вашем радио. Не вашем, на своем, ну ладно. Ребята, спасибо за ваши прекрасные песни, ваше творчество. Да и вообще спасибо, что вы есть. Сердечко нарисовано красненькое. Желаю вам успехов в развитии группы и побольше фанатов. Жаль, что завтра и послезавтра не получится попасть на ваши концерты. Но, думаю, зимой все-таки приеду. Еще вопрос, когда ждать новых песен. Какая же все-таки, вот слушаю я и понимаю, какая. И подписана, ну она рада очень. И подписана Герман Арсеньев. Я, читая сообщение, никак не мог сообразить, все-таки она Герман или Арсеньев. Чей-то друг, да, ребята? Ну, признавайтесь, давайте. Герман Арсеньев. Ну, не знаю я, как это расшифровать, и даже не пытаюсь этого делать. У каждого своя жизнь. Что-то все-таки хорошо. А критика? Где же критика? Критики хочешь? Конечно. Подожди, споем. Потом будет критика. Как называется песня? А, «Сурговат». Давай мы «Сурговатная жизнь», точнее. Даже, после да? нее мы, естественно, уйдем на паузу, после чего вернемся в студию. Отлично. Оран Шаус, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Скажи мне, где я? Скажи мне, кто я? Я не вспомнил с утра, как играть в этот мир. Берег, море, черта, горизонта из-за сволок. Да, говори, так сложно, так просто, так. Некуда больше спешить, пылит прихожей. Сверает воздух бессмысленная моя сороковатная. Чем ты хуже отражая всякое, кто превратит график сердца на повторение. Тобой на фотографиях хочешь, спешим на край комнаты. Здесь счастье только в цифровом виде. Скажи мне, где я? Скажи мне, кто я? Любить тебя снова или забыть обо всем? Километры, годы, сотни знакомых комнат, где все тот же сон. Шаг линий, рук с космос, все поменяли на ожидаемый приз. Из пыли и мертвых окон бессмысленная моя сороковатая. Чем ты хуже отражая всякое, кто превратил тебя в бессмысленный трафик сердца. На повторение мы с тобой на фотографии. Хочешь, спешим на край комнаты. Здесь счастье только в цифровом. Еще нет живые, уже не покойники. Вселенную придумавши на подоконнике. Комплекс на зашифрованном виде. Детская мечта переработана. Видя, хочешь, выключи и слушай. Скажи мне, где я? Скажи мне, кто я? Я опасаюсь, что это лишь до утра. Верить, помнить или к черту падать до самого дна. Средства от скуки, руки в холодные руки. И можно любить бегством по кухне вселенной моя. Сороковатая. Чем ты хуже отражая всякое, кто превратил тебя в бессмысленный трафик сердца. На повторение мы с тобой на фотографии. Хочешь, спешим на крышу.
край комнаты, здесь счастье. Продолжим. Напомню, сегодня в программе «Живые» группа «Orange House». Еще раз прошу прощения за свой сегодня странный голос. Как-то подосип я. Непонятно, почему так бывает. Проснешься утром, а голоса нету. И все никак не возвращается. Но это я для тех, кто к нам только что подключился и, может быть, не признают во мне чайку, которая периодически тут, в общем, в студии посиживает. Пауза была большая, поэтому стоило бы спеть еще. Но прежде чем мы это сделаем, я не могу себя удержать от соблазна прочитать одно из сообщений на смс-портале. Кстати, 4647, короткий номер, сначала свои, пробел, а дальше ваше сообщение. Все бы ничего, кроме подписи. Пожелание группе, пишет человек. Слушаю вас уже более полугода. С каждой новой песней интерес к группе проявляется все больше. Желаю вам дальше процветать и радовать своих слушателей. К сожалению, на концерт попасть не смогу, уж очень далеко живу от Москвы. Еще вопрос, Кирилл. Раз. Ага. У тебя есть девушка? Да. Ваш преданный поклонник, фанат Рома. Рома, зачем я тебе... Я не знаю, почему и зачем Роме надо знать, если девушка у Кирилла. Вы знаете, да. Да, есть девушка. То есть Рома в пролете. А как будет называться песня, Ром, которую вы начнете этот час? Ром, напиши мне. Это ничего не значит. А песня называется «Открой мне свое сердце, Рома». Как всегда, живой звук в программе. Да нет, это все шутки, да. Открой мне свое сердце. Orange House здесь сегодня. Погнали. Открой мне свое сердце, мелками на асфальте, домами солнца светом, звонками в переходах. Нам нечего бояться, все будет интересней. Открой мне свое сердце. Забудь все обещания, продай обиды оптом. Пусть каждое движение внезапно и неловко. Пойдем встречать рассветы на крыше утром вместе. Открой мне свое сердце. Забытым обещанием, лекарством от простуды, незначимым подарком, сигналом светофора. Мы пробежим на красный, молчим, переглянулись. Ведь я тебя не знаю. Нелепо рассмеяться. И в глубине квартиры, где постоянно тесно, открой мне свое сердце. Звук мимолетных улиц и облака на небе. Твой чай давно остывший и подогретый кофе. Когда ты улыбнешься, все сразу станет светлым. Ну а пока...
твое сердце. Такая светлая песня. Светлая песня. Ну, а что, у вас, в общем, в принципе, творчество светлое. Это хорошо. Я хочу, ну, да, я хочу прочитать сообщение от Алексея Сидорова, тот, который с аватаркой лошадки. Это, оказывается, не лошадка. Он пишет мне, это грозный дракон у меня на аватарке. Ну, в общем, на грозного он мало похож, но если так присмотреться, возможно, правда дракон. А, кстати, полностью согласен, пишет Алексей. Порой слушаешь песни на телефон записанные и цепляет, а потом слушаешь ту же песню в альбомном качестве, уже что-то неуловимое потеряно. То ли менее эмоционально стало, то ли что-то еще. И с утверждением, что некоторые исполнители опережают свое время, тоже соглашусь. Стоит только вспомнить всех тех великих художников, композиторов, певцов, что опережали свое время, но получили мировую известность уже после смерти, того же Ван Гога вспомнить. Да, что далеко Перекавку. Ходить, та же палка для селфи, которая сейчас так популярна, была изобретена еще лет 20 назад, и все, над ней все смеялись, как над бесполезным изобретением. Но это скорее как доказательство деградации, пишет да. Алексей. Вот. Мы согласны с Алексеем. Ну, точнее, я согласен. Я думаю, ребята поддержат мою точку зрения. Палка для селфи деградации. То есть получается, что вот все, что нас немножечко, ну, скажем так, приближает к возможностям, пульт для телевизора, для переключения, посудомоечная машина, стиральная машина, все тоже деградация, это же от линии придумано. Нет. Раньше как человек, бабушка становилась моя, я помню, извините, раком по-другому не скажешь, да, тазик с водой, там, ведерко, тряпочку, и полы шоркало. А теперь уже это не надо. А зачем уже? Теперь уже столько приборов, посуду, чтобы помыть, нужно было развести мыльцы, намыли все это дело, потом смыть. А сейчас посудомоечную машину запихнул, и все вперед. Раньше нужно было кого-то попросить. Будьте добры, сделайте фотографию. Вот мы тут с милой девушкой стоим. А теперь не надо, теперь палку берешь. От лени все. Люди перестали общаться. Вот чтобы, извини, что я так немножко-то тараторю, да? Ну вот, если раньше, допустим, ты идешь с девушкой, а тебе хочется запечатлеть себя и ее на фоне какого-нибудь красивого пейзажа, ты обязательно кому-нибудь подойдешь, вопрос задашь. Извините, пожалуйста, вы не торопитесь, будьте добры, можете сделать маленькое одолжение. Щелкните нас, пожалуйста. Это ж надо к человеку подойти о чем-то. А сейчас не надо. Зачем обращаться к кому-то, если у тебя есть палка для селфи, ты палку поднял, щелкнул, и до свидания. И выложил потом куда? В Инстаграм, чтобы все родные, близкие, любимые посмотрели, сказали, вау, какая у него палка. Ну, мне кажется, все-таки есть технический прогресс, который позволяет нам, ну, те же антибиотики у Димы открывать все в лаборатории. А есть прогресс, который не направлен на что-то новое, как, например, ученые могут изучать там, что жучок там без четырех ног ползет медленнее, чем с пятью, пять ног. Ну, в общем, что-то в этом роде, я думаю, сама мысль-то понятна. И насчет вот того, что как раз люди стали меньше общаться, все-таки я не согласен. Мне кажется, люди не перестали меньше общаться, и даже я на улице, меня постоянно просят кого-то сфотографировать. Вот буквально вчера просили. Это те, у кого нет палки пока. Ну, мне кажется, дело не в самой палке, а в менталитете людей и в их отношении к жизни. Так что если они открыты для общения, если они, ну, сами такие вот адекватные, что ли, то и никакие палки для селфи их не испортят, как и не испортят Инстаграмы. То есть они им просто не нужны, а какие-то полезные вещи они к себе. Извините, прибирают. Это просто больной для меня вопрос. Вообще про фотографии, палки для селфи. Можно я выскажусь? Да, конечно. Уже года два кипит, не могу. Давай, прям, вот, да, наконец-то появилась возможность. Да, вы знаете, меня просто очень сильно раздражает вот эта толпа рук и палок каких-то железных приспособлений, когда ты стоишь на концерте. У тебя мурашки по всему телу, у тебя сейчас оргазм просто произойдет музыкальный, а они вот перед тобой лес рук таких. Угу. С планшетами, телефонами, еще какой-то светящейся ерундой, да, вот это самое слово, вот. И ты из-за них не видишь, что там происходит, и ты пытаешься отдать себя песню, у тебя, в принципе, получается, и ты пытаешься увидеть, что там происходит, а ты видишь вот этот лес рук, и они постоянно там куда-то пробираются, чтобы сфотографировать, все это записать, это чаще всего просто они пытаются кошмар. Себя на фоне музыкантов сфотографировать. Да, это еще один интересный момент, а потом вопят, господи, почему вы толкаетесь и танцуете тут рядом, это же неприлично, вы что, ребята, а зачем ходить на рок-концерт? Ну, вот очень странно, да, вот такие публики, они приходят на рок-концерт. Я просто, вы знаете, у меня по этому поводу один человек очень грамотно оформил мою мысль, что самые лучшие моменты их сфотографировать невозможно. Неважно, да. Согласен. Кстати, вот не помню, кто это в свое время опубликовал где-то в сети, но предположительно рухнул интернет.
Ну, пропал, вообще пропал Инстаграм, пропало все. Люди бегают друг к другу, показывают тарелки с едой. Вам нравится? Этим я сегодня завтракал. А вам нравится? Этим я сегодня пообедал. Ну, глупость собачья, естественно. Давайте дальше пить. Бринечко, да, уходит. Конечно, что потому это что будет? Про рок-н-ролл. Хотя про рок-н-ролл можно поговорить, я не против. Следующая песня JD называется «Честь героя из клиники JD». Ну, собственно говоря, это... твой друг, видимо. Ну, если клинику вспомнить. Ладно, шучу. Эта песня будет входить в новый альбом-то, да? Это тоже, получается, премьерная песня? Или нет? Она уже была на предыдущем альбоме. Ага. Вот, и... Чего? С тех пор, ну... Я не думаю, что мы ее будем там перезаписывать или что-то с ней делать. По-моему, она и так вполне себе хороша. Вот, пускай будет. Идеальная песня, конечно. Готов согласиться. Давайте послушаем. Orange House здесь сегодня, как всегда, живой звук. Программа «Живые». Поехали. С Джейди они совет могут идти. В следующей серии мы сменим. Так что не переживай, все в порядке с Джейди. Они совет могут идти. Ты же знаешь, как трудно жить за нас двоих.
Двинемся дальше. Напомню, сегодня здесь Orange House, и новые песни, которые войдут в свежий альбом этого коллектива, и старые песни из прошлых альбомов сегодня играются. И напомню, что составу, который нынче представлен здесь, год всего. Ну, я считаю, что это большое достижение, когда музыканты за год осваивают. Мало того, что всю программу пишут новую и играют замечательным образом. Осваивают ноты. Ну, и ноты тоже. Кстати, ноты знаете, нет? Ну, я знаю. Да, знаю. Две. Хорошо. Да не, ну мы знаем ноты, конечно. Целых три. Этого вполне мажор от минора иногда отличаем. Это очень хорошо. Давайте вот куда пойдем сейчас. Мне просто стало дико любопытно. Музыка вся очень светлая, музыка вся очень чистая, музыка вся насыщена солнцем. Ну, я имею в виду группы. Да, это правда. Ну, хорошо, что соглашаешься, а как не согласиться, это же правда. Это что, внутренний мир такой солнечный, светлый? Я объясню. Дело в том, что Кирилл с древнегреческого — это солнце. Так. Переводит. Я понимаю, да. Нет, на самом деле, по-серьезному, у нас... Поэтому Рома и жалеет, что у тебя девушка есть, солнце-то наше. У нас есть как бы три слова, которые мы можем охарактеризовать нашу музыку. Да. Мы недавно их нашли. Вот, первое — это истерика. А второе — это, можно сказать, преодоление. Вот, то есть что-то светлое, даже когда плохо. Вот какое-то такое светлое. Ну, мы называем это преодоление. И третье — это абсурд. Ну, то, что абсурд, я понял. Что касается истерики, слегка не догоняю. Где истерика-то, в чем? На концертах нас. На концертах? Да. Это как понимаете? Объясняйте. Вы знаете, это не истерика, это была на самом деле эмоциональность. Вот, мы тут недавно сидели с одним знакомым режиссером, обсуждали идеи для будущего клипа, который, я надеюсь, мы в скором времени снимем. Вот, на какую песню? Он больше не курит. Да, на эту песню. Угу, вот, да. И у нас очень интересно происходил поиск вообще сюжета для клипа. Он был найден буквально за 2 часа. Вот, я не буду рассказывать, что это такое. Ну что ты размахиваешь руками? Он боится просто, что я сейчас выдам все прямо здесь. И сдерут другие. Да. Нет. Но там, конечно, получилось очень интересно. Но мы отталкивались от того, что, собственно... представляет из себя группа, и вот дошли до трех этих слов, что это эмоциональность, это стремление к чему-то светлому через тьму, вот через что-то плохое, ну, через какую-то повседневность. Даже такую когда серию. Все очень плохо, всегда есть вот какая-то частичка света, которую вот благодаря ей можно вынырнуть. Да, за которую надо хвататься. Вот, и это абсурд. Ну нет, да. Когда я сказал, что с абсурдом все понятно, это очевидно просто, это во всем очевидно, это не есть плохо. Я, например, не считаю абсурдистов людьми недалекими. Но вы знаете, Льюис Кэрролл так-то тоже писал. В общем, да. Абсурд, в общем, только я истерику нигде не уловил, но неважно, это уже ваше внутреннее ощущение. Просто Виталий Чиш пишет вот что: все-таки главное впечатление — это радость, что услышал эту группу. Желаю больших успехов в творчестве и побольше слушателей. Это прекрасно, тоже приятно, радость, отличное слово. Вообще, да, радость само по себе слово хорошее. И чувство тоже прекрасно. Если к этому слову еще, и чувство как-то прилепливается, хотел сказать я. Ну, совсем хорошо получается. Но тексты все твои. Да. На чужие тексты не пытались писать, нет? У меня есть пару песен одна песня на стихи Бродского. Есть одна песня... Только одна песня на стихи Бродского. Все остальное, да. Но ты эту песню не поешь? Нет, пою. Вот мы ее сыграем 30-го как раз. А сегодня нет? Сегодня она в акустическом у нас варианте, поэтому... Жалко. Ну, просто было бы интересно услышать, как вы поете Бродского-то. Почему нет? Да, очень достойно. Нет? Что-то ребята говорят, ну, может быть. Там две гитары. Солнце. Мужики так собрались, говорят, солнцешко. Нет, мужики не надо. Я имею в виду музыкантов твоих. Они же мужики. Что, парни не против сыграть Бродского, а ты как? Нет, он сопротивляется, потому что ему одному придется играть. Ладно, хорошо, дело ваше. Но я к тому, что в принципе это было бы неплохо, мне кажется. Так, Михаил Топоров пишет, что вот я и думаю, а где агрессивные песни? Все как-то на одной волне, достаточно меланхоличный. Со смайликами. Особенно песня 40 ватт была такой меланхоличной. Со смайликами пишет Михаил. Ну, человек так услышал, а может быть, он не сначала слушает эфир, мало ли, может. Миш, подожди, альбом, все будет. Подожди. Кстати, когда вы его планируете выпускать? Год назад. На самом деле мы планируем его выпускать этой осенью. Скорее всего, это будет конец октября, как мне кажется. Да. Окей. А что касаемо клипов, вскользь ты обмолвился. Много клипов у группы? Кирилл, много скажи. Клипов у группы? Много? Да нет. Нам пытались снять клипы две группы режиссеров, и в обоих случаях вышло очень нехорошо. То есть вы их даже не публиковали? Нам было стыдно, честно. Понятно. И режиссеры их тоже не публиковали.
Ну, дай бог, чтобы они этого не сделали тихаря от вас. А как называется следующая песня? Следующая называется «Тысяча метров с тобой». Сейчас только гитару сменим. Напомню, 46-47. Это короткий номер для смс-ка ваших. Сначала пишите свои, пробельчик, затем уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Напомню, это могут быть вопросы, это могут быть просто эмоции, какие-то пожелания, добрые слова, может быть, критика, все в ваших руках. Как ощущаете себя, как слышите музыку, так вы ее и комментируете. Самое интересное ваше сообщение, естественно, оказывается в эфире, мы их публикуем, ребята на это отвечают, если считают возможным. А вот Лидия Скопина, извините, а мне не нравится. Муж смотрит трансляцию, поэтому и мне приходится слушать песни какие-то скучные, однообразные. Извините за такое мое мнение. Ты хотел критику? Спасибо. Пожалуйста. Нет, а как Софья? Лидия. Лидия, Софья? Спасибо. Все? Больше ничего не скажешь? Я буду краток. Ну, муж-то смотрит и слушает. Может быть, это только они. Не, ну, если бы всем нравилось, я бы сильнее расстроился. Я не знаю насчет наоборот. Меня уже удивил Рома. Так что мало ли как оно все. Давай, как всегда, живой звук в программе «Живые». Уроншхал здесь сегодня. Поехали. Теплыми пальцами с тобой.
Ну что, давайте двинемся дальше. Народ, вот вопрос, какие задают, Юрий Усов спрашивает. Коллектив молодой, а уже куда-то ездили? Гастроли, там, фестивали? Или только в Москве концерты? В прошлом году полстраны объездил с акустикой. Один? Да, еще мы с Ваней тоже с акустикой объездили другую половину страны. То есть Ваня на акустическом басу играл, что ли? Не, на гитаре, мы же все тут мультиинструменталисты. А, ну да, я об этом как-то подзабыл, действительно. Да. Что значит все с полстраны? Это где? Ну так, на встречу. Доехали мы до Красноярска, последний город. Который... Ну как? Да. Ну, народ ходил на концерт? Ну, да, ходил. Ну, нет, не полный зал, конечно, мы же еще не... Угу. Слишком известные, но ходил, да, наша аудитория ходила. Почему с акустикой? Ну, понятно, все с акустикой проще, дешевле, я это все понимаю прекрасно, но полный звук, он в любом случае причина отвечает вот на вопрос. Проще, дешевле, то есть, только это причина. Это понятно, что проще, дешевле, но, как мне кажется, на полном звуке вы больше можете народу привлечь к себе. Ну, как, а вот мое мы, ощущение. А вот мы поедем осенью, да, мы попробуем. Да, мы как раз попробуем, да. А куда осенью? Ну, мы как раз сейчас занимаемся формированием... маршрута, да, куда, как и куда мы поедем. Вот, у нас там есть уже несколько городов. Вот, скорее всего, помимо Питера и Москвы, это будет Нижний Новгород. Угу. Вот, Минск, это... Самара. Вот, да, это еще может быть Волгоград. Угу. Вот, может быть, Ростов-на-Дону, вот, может быть, Вологда. Про остальное я пока не могу сказать. А, вы это формируете как? С кем-то? С организаторами этих концертов или сами по себе? Ну, просто любопытно. У нас есть один человек, который этим занимается. Отлично. Специально обученный. Отлично. То есть это все не случайная история. Приятно. Значит, получается, что в ближайшем будущем мы можем отследить, как прошел ваш тур. Ребят, не было ли желания написать свою книгу? Человек на СМС-портале спрашивает. Спасибо вам за ваши песни, люблю вас. Смотря что он имеет в виду. Он? Да. Ну, хотя да, я уже не удивлюсь, может и он. Ну, книгу есть желание написать, нет? Есть. О чем? О жизни. Жизнь. То есть есть уже повод писать о жизни? Нет повода не писать. Ну ладно, надо мне с себя пример взять. Хотя я всегда казал, мне всегда казалось, что я слишком молод для того, чтобы писать какие-то книги о жизни. Я ее еще так до конца и не понял. Но... Чего? Может, Кирюш видней. Не обязательно писать о жизни в полном смысле ее понимания. Я пишу, если бы я писал, ту жизнь, которую пока у меня приходится. То есть музыкальная жизнь. Именно эта составляющая. Нет, немного другое. А но если я напишу, то мы все узнаем. Если нет, то нет. Ну хорошо. Ладно, не буду тебя мучить. Судя по всему, ты просто где-то обмолвился о книге, поэтому человек спрашивает. Да, наверное. Я так полагаю. Привет, группе. Хочу поделиться своим впечатлением по поводу услышанного. Очень приятный вокалист и музыканты со своим видением мира и музыка. Слушая всю передачу, могу сказать, что лично мне не хватает голоса. Он мелодичен с текстом, но хотелось бы, чтобы музыка не закрывала его. А так все чудесно. Спасибо всем. Что значит не закрывала? Надежда. Да ничего страшного. Не, Надежда, судя по всему, привыкла слушать русский рок. Вот тот самый русский рок, в котором музыка, она имеет значение исключительно второстепенное. Главное, чтобы... А ребятки-то играют немножко другую музыку, Надежда. Они играют музыку несколько иного содержания и качества. Поэтому не надо, чтобы голос был громче музыки. Это, мне кажется, лишнее. Пора привыкать к хорошему. К тому, откуда, собственно, эта музыка к нам и пришла. А то, знаете, как музыканты играют рок-н-ролл и делают это по-своему, называют это русским роком, а потом портят вкусы у всей страны. А эти нет. Эти как раз вкус прививают, как мне кажется. Спасибо большое. Вот эти слова, это очень... Лесный, мне кажется. Зря надо... сказал, да. Зря сказал. Нет, на самом деле мы... я скажу, то, что вот я записывал 3 года назад альбом, он был практически русский рок, и сейчас мы... Ну, всеми знаете, силами оттуда пишем. Такая эволюция. То есть сначала вот что-то простого, и очень лестно, если у нас получается от него получается, как-то оторваться. Получается. Я вас к русскому року никак причислить не могу. Спасибо. Слава Богу. Вы другие, да и слава Богу, к счастью нашему. Давайте дальше петь, что это будет? А следующая песня называется «Остаться человеком». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Orange House». Погнали.
мире, где все по правилам, где все обещают нам, что прогноз погоды мы сможем узнать заранее. Нам нет места в мире, где линии черты лица изучены до конца, и поток новостей уже никогда не кончается. Мой голос звучит, как бред сумасшедшего, через металл человеческой двери, пока твой взгляд света неба еще живой, верь мне. Береги сердце в толпе метро кольцевой, так просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, ведь скоро опять зима. Давно научившиеся здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся любить. Смысла бороться с проблемами, все жертвы плена их смогут проснуться в доме с обитыми стенами. Зачем ждать дней, не верить даже им? Искусственной фразы первый выпавший пепел, белый покрашенный, из всех очерченных кругом углов строить лестницы ниже верха квартир. Меньше не будет слов, больше не хватит сил. Береги сердце в толпе метро кольцевой, просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, ведь скоро опять зима. Давно научившись здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся. Знаешь, все, о чем нам говорили, в мире существовать не может. Круг горизонта зажат прямые, твое выражение лица поверх кожи. Пока ты ждешь, все равно он крутится, лишь по тебе знать, что значит выстрел. Желание жить в самом центре, значит, сбудется хоть раз в этой жизни. Береги сердце в толпе метро кольцевой, так просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, ведь скоро опять зима. Давно научившиеся здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся. Ну, что сказать-то, помимо того, что все уже было сказано, имею в виду, раньше было сказано, что музыка светлая, музыка чистая, музыка добрая, она весьма разнообразна. И, кстати сказать, эксперименты, которые я слышу, периодически появляющиеся в вашем музыкальном саунде, они меня лично радуют. Ну, вот, по крайней мере, те, как говорят музыканты-подсосы, ну, плейбэк, который есть, вызывает у меня большой интерес, правда. Ну, это здорово. Нет, правда. Ну, по крайней мере, со своей стороны могу это отметить. Кому как, а мне лично нравится. А меня, ребят, погрузили в наитеплейшие ностальжи. Спасибо вам за это, Даша Шаблинская пишет. Спасибо, Даша. А с каждой песней есть своя ассоциация. По-моему, это очень важно. Спасибо за эти ассоциации, так как возвращаюсь в тот момент и чувствую его снова и снова. Ну, это вот Виолетта, судя по всему, имеет в виду знающий человек ваше творчество. Приятная музыка в целом, группа хорошо звучит. Но тексты мое ухо не цепляют. А как музыка для рисования очень хорошо подходит, приятно и отвлекает. Как-то так. И, тоже кстати, совсем не похоже, что группа молодая, довольно качественно играют, пишет Алексей Сидоров. Ну, человек сначала, да, и похвалил, и вроде как. Но что касается текстов, тут тоже ведь спорный вопрос. Правда? У Хармса, например, тексты такие, имею в виду его произведения, что люди, которые слегка ниже среднего уровня воспитания и образования, они вообще его не понимают. Возможно. Я ведь наблюдал за человеком в свое время, которому порекомендовал
рекомендовал почитать Хармса. Я наблюдал его глаза после того, как он прочитал пару произведений. Он сказал, что это? Это вообще о чем? Как ты можешь это читать? Это же бред. Это же бред абсолютно, сказал человек. Ясно, что с ним мне уже делать дальше нечего. Да вы знаете, такое... Это к Алексею, кстати, не имеет отношения. Сплошь и рядом происходит. Я вот недавно был на одном концерте, слушал... Господи, прости, это было интересно. Слушал классическую музыку, вот, слушал Шостаковича. Ну, почему? И для меня это было шоком, когда люди вставали и прямо в середине концерта уходили. Угу. Вот, ну то есть я, конечно, сам был... В самом начале ушел в некотором шоке от того, что услышал, вот. Но для меня это был такой шок приятный. То есть мне было круто от этой музыки. Вот, там была 7-я симфония, угу. Вот, про блокадный Ленинград и все такое, угу. Вот, ну, знающие люди поймут. Вот, но она тяжелая, конечно. Но, видимо, кому-то было совсем плохо, и они прям уходили группами целыми оттуда. Все, не знали, куда шли. Ну, я думаю, да. А может быть, просто уже знаете, это как либо уйдешь, либо поляжешь прям там, я не знаю. Вот, да, когда человек, опять же, ориентируется на собственное образование, он, понятное дело, ничего другого воспринимать уже не в состоянии. Это, опять же, я не хочу никого ничем обидеть, просто очень часто бывает, когда, ну как, вот мне лично тоже кажется, что текст сильный, например, я слушаю группу, не, честно, не о вас, а текст мне кажется сильным, к примеру, а кто-то говорит, да ну, ерунда, ну послушай, ведь, ну ни о чем. А я вижу в этом тексте какие-то ассоциации, например, да, у меня они есть, ложится картинка. Или наоборот, бывает, когда слышишь песню, да вроде как текст простой, и ничего там вроде бы особенного нет, а людей прошибает. Вот когда угадаешь-то? Сложно ведь это все, достаточно непросто. Хочу выразить... А чего? А вот про Хармса я хотел небольшую ремарку вставить. Это же наоборот даже хорошо, то, что так людей и проще определять тех, которые вот на одной волне, по таким авторам. Ну, в общем, да. Да, общем, да, сразу видно, где свои. В общем, да. Но свои они здесь. Они все здесь. Свое радио. Хочу выразить огромную благодарность коллективу за столь вдохновляющие песни. Неудивительно, что клипы, видимо. Клипы получились не очень, ибо песни-то жизненные. А как же можно жизнь снять и уложить в 3-4 минуты? Можно. Ну, не, можно. Можно. Для этого должен быть талант режиссера, сценариста. Ребята, вы лучшие, я всегда с вами. Простите, что не смогу приехать на завтрашний концерт. В этот раз газель сломалась. Клим из Димитровограда. Клим, мы тебя любим. Ты наш любимый фанат. Ну вот, не сможет он приехать к вам. Давай напомним про концерт. Он завтра же, правда? Завтра у нас концерт в городе Москва. В клубе Фак-кафе. Фак-кафе на Кольцевой. И он полностью бесплатен. Приходите к 8 часам, будем рубить рок. А 30 числа будем играть нежную акустику. Тоже приходите бесплатно в это же время, это же место. Давайте дальше петь прямо сейчас. Что это будет? Друг друга. Почти согласен. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня в Orange House. Поехали. Почти что нет разницы, только неслышно дышит весело. Когда мы с тобой по отдельности, мы по отдельности. Если после моей заранее были придуманы кем-то внизу, наверху для друг друга, мы можем понять все слова без слов. Через дыхание колется стрелки временем. Мы не взрослеем, мы пьем одинаковый кофе без кофе. Мы пьем одинаковый виски, слишком долго были не с теми. Мы руки связали тесными, душными комнат стенами. Дело не в том, что нас не было, здесь всегда рядом нервами. Вместе мы или не вместе? Чаще сложнее стать, проситься, сброситься вниз от руки до руки. Две строки, три точки на счастье. Мы словно открытые тайны, столбы мелькают счетчиком. Небо зеленое тоннами слов, что осталось подать рукой до Невского. На пропитание помним мы или не помним, глаза запомнят только глаз, волны и песок. Под ногами хрустит в ракушке мадушно, и сердце стучит неровно, но честно. И честно пусть дальше стучит, пока есть нас, пока твои волосы, голосы, все так не важно и меньше, чем воздух, просеянный городом, если мы вместе. We'll be right back.
дел, к чему нам завтра ведь родиться и умереть так много, и Бога ради не стоит верить, что скажут люди, вместе мы или не вместе, почти что нет разницы, только не слышно дышит ли тело, когда мы с тобой по отдельности, мы по отдельности, если... Ну вот, времечко-то у нас немножечко осталось, как-то оно пролетает незаметненько. Orange House здесь сегодня, напомнить хочу, это московский коллектив, а хоть и Кирилл, он из Дедовска, но в любом случае коллектив считается московским, я думаю, что это справедливо. Группе, судя по хронологии событий, порядка 5 лет, но тот состав, который есть сейчас, существует всего год. Это я сообщаю тем, кто к нам подключился, возможно, совсем недавно. Музыка у них очень зрелая, несмотря на то, что ребята совсем молодые, именно поэтому они сегодня в живых, именно поэтому песни этого коллектива крутятся в ротации своего радио. Это висеть в одной петле, например, все гораздо проще. Завтра начинается через час, лекарство от понедельника, 1000 метров с тобой звучит в ротации. Ну, шоколад для Мэри. Неплохо. Да, спасибо тебе большое. Ну, как минимум, хоть кто-то сказал, что это хорошо. Прочитаю сообщение от Константина Твердого. Сижу, слушаю, представляю себя в кафе. На столе стоит кофе, за окном дождик, тишина. Все замерли, слушают, играют Orange House, все шикарно. Продолжайте в том же духе, думаю, группа «Большое будущее». Но заметит, не я сказал. Про это, кафе это, и... Это про будущее. А, про будущее. Хотя нам бы тоже хотелось, чтобы оно у вас было реально большим, серьезным, глубоким, и чтобы армия ваших поклонников росла, росла и росла. Скоро придется прощаться. Сколько, так скажите, навскидочку по хронометражу финальной песни? Я думаю, 3,5 лет. Ну, давайте 4 минуты заложим на это дело, да? Так, чтобы закончить песни и уже закончить эфир совсем. Именно с песней. Я почитаю пока то, что пишут. Но нет, скорее задам вопрос, потому что он у меня давно уже давно крутится. А если бы не музыка, то что? Я знаю, что сейчас скажешь, как это? Нет, без музыки нет. Ну вот если бы не знаете, музыка. На самом деле, мне кажется, искусство, оно проявляется во всей жизни. То есть не обязательно заниматься именно музыкой. Может, даже просто сама жизнь, просто общение, это уже какое-то в каком-то роде искусство. Поэтому я это знаю, мне не объясняю. Не так важно именно чем заниматься. Главное, чтобы это, наверное, приносило... Если не музыка, может быть, что-то другое бы. Но, конечно, только музыка. Ну, литература, например. Писал бы, к примеру, да? Возможно. Я так понимаю. Возможно. Так? Возможно. А ты, Дим, что бы делал бы? Да вы знаете, я на самом деле сейчас делаю все сразу, просто не могу ни от чего отказаться. Ну, вот у меня как-то так получается. Это, конечно, просто душераздирающая тема. В смысле, вот. Если бы не музыка? Да? Если бы не музыка, мне было бы чем заняться, это точно, вот. Но я просто не могу бросить, поэтому... Ну, это понятно. Происходит, да. Это вот, понятно. Это и занятие химией, конечно, про которое я уже говорил. Вот, да, ну... Это здорово, это, кстати, чем-то похоже без на музыку. Без химии нельзя. Но тонкая параллель, довольно не буду об этом сейчас. Вот. И это актерка, вот, меня это очень привлекает. Опа. Да, театр, это очень интересно. А ты, тебе привлекает со стороны это дело, или ты уже имеешь к этому какое-то? Ну да, какое-то. У нас есть мастерская. Ну, есть мастерская, в которой я занимаюсь. Вот, мы сейчас организуем свой театр. Круто. Да. Круто. Ну, что остается мне? Иван еще спросить, если бы не музыка, то что? Может быть, живопись, а может быть, литература, может быть, театр? Ну, я бы в цирк пошел работать. Кем? Клоун, ну, конечно же. Естественно. Тоже творчество. Конечно. Кстати, сказать, клоун, между прочим, это великая профессия. Вот на самом деле. Это согласен. Клоун — это великие люди. Осталось мне только еще кого? Лех? Алексей. Леш. А я скажу по факту, если бы я не уехал, наверное, когда-то из Волгограда своего родного, то продолжил бы работать на металлургическом заводе. Ты с грустью сказал ты. Да. То есть страна потеряла металлургов. Я просто есть у меня определенный взгляд на этот счет. Одни гитаристы в стране. Да, но
скажем так, я уважаю профессии, которые приносят обществу какую-то пользу. Зато мне никто не скажет, что вот, мол, гитаристов много, а заводы стоят. Я уже свое поработал. Ой, какой ты молодец. Я, кстати сказать, в свое время тоже пошел работать, будучи ребенком мамы актрисы, папы режиссера, имея театральное образование режиссерское, потом уже. Пошел работать на завод, таскать железяки, сварщиком работал. Знаете для чего? В армию потом пошел, в спецназ служил. Знаете, чтобы потом ни у какого козла не было повода сказать мне, что типа белоручка сидит в эфире, языком лязгает. Простите, ты молодец. Молодец, что с металлургическим прошлым как бы живешь внутри. Попрощался, конечно, но ты испытал, что это такое. Да. Это круто. Спасибо. Но я не об этом. Я просто к тому, что люди, которые прошли определенный путь по жизни, в данном случае я, конечно, Кирилла в виду не имею. Я тоже работал на заводе. Да ладно, ну что ты, глянь. Как цепляется сразу. Молодец. Нам надо заканчивать, к сожалению, уже сегодняшний эфир. Времечко поджимает. Простые заводские парни. Сообщу, что завтра в программе «Живые группы» «Кабинет». Это совершенно другая музыка, другого содержания, другого жанра, что ли. А с группой «Orange House», к сожалению, будем прощаться. Могу от себя добавить уже без иронии, без юмора. На мой взгляд, это очень интересный коллектив. Если вы сегодня пропустили эфир, то посмотрите потом в записи, как видео, так и аудио. Будет за что, собственно говоря, зацепиться, я вас уверяю. У этих ребят, как мне кажется, большое будущее. Дай им Бог здоровья. Все, заканчиваем. Какой песней? Песня называется «Все гораздо проще». Всем пока, до завтра, будьте здоровы. Затушим свечи и нальем какао вместо кофе. Изрезанный стол, возможно, сделает счастливее нас на каждом первом вздохе. И я знаю, мы будем петь, глядя в глаза друг другу дни и ночи. Все гораздо проще, когда впереди свет, когда он впереди, все гораздо проще. Замок весь смог всех слов пустых, и будем просто улыбаться первыми шагами сена. Ты песок, ты так прекрасна, и мне писать по твоим глазам все строчки впились в лист бумажный, не отрываясь до конца. И дальше, дальше ничего не страшно. С кем до этого мы были, подарки не в счет. Они давно покрылись нарисованной за время пылью. И не спрашивай ни о чем, просто держи меня и жди ответы, показанные самым счастливым днем, теплым, обветренным. Пока дома нет никого, давай достанем лестницу и на луну залезем вместе. В воздухе звон лишь на понятных звуков из груди наверх летящей песней. Сколько времени уйдет на подсчет циферблатов точных, зависнем в одной секунде. И все, все гораздо проще.